Кто должен вывозить мусор, в каких объемах и как за это платить? В Химках обсудили программу раздельного сбора отходов, которую реализуют в области уже в следующем году. На встрече в администрации представители управляющих компаний выяснили у регионального оператора все тонкости нового подхода. Когда нам будут поставлены контейнеры, согласно договору региональным операторам, какая схема будет вывоза мусора, какие-то контактные данные, телефоны, номера машин, марки машин, время прибытия. Главные вопросы – своевременность и качество сервиса, в том числе состояние площадок и самих контейнеров. На встрече также обсудили переход на оплату вывоза отходов по факту. Сейчас жители Химок платят по нормативам, а это невыгодно. Представители администрации пообещали содействовать в этом вопросе. То есть сейчас вам нужно всем подготовить полное обоснование каждой управляющей компании. Как вы объясняете то, что у вас фактически объем образования, а не нормативный? Химки стали одними из первых в Подмосковье, где в тестовом режиме запустили раздельный сбор мусора. Все недочеты еще предстоит выявить. Когда же все системы будут налажены, такой подход будет полезным не только для экологии, но и для кошелька жителей Подмосковья. Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров, служба новостей.